Ну вот, короче, эта машинка. Она чуть-чуть разновата, не обращай внимания. Вот. Резинка хорошая, зимняя, только что по гололеду запрыгнул. Все нормально. Летняя резина, кстати, есть. Покупать не надо будет. Он отдал там то, что у него была. Там, в принципе, еще неплохая резинка. Вот, 1600, 1.3 дизель. Сейчас покажу тебе салончик. Посмотри, какой салон. То есть оно видно, что... Сейчас я видео сниму небольшое. Смотри, какие панельки, там компьютер бортовой, сидушка, ручка, посмотри. Сейчас я человеку сниму сразу. Смотри, тут. Руль нормальный тоже, это просто чехол не из-за того, что он херовый, это, ну, люди бережно относились, уже она 4 года в одних руках. То есть, ну, задняя площадочка тоже, смотри, в каком состоянии сидушки, салон. И вот резинка, смотри, еще протектор тут нормальный, можно покататься. Короче, думаю, мы пошли оформлять, потом тебе посчитаю, сколько она подключит, там получится.